Да, очень тяжелая игра. Мы знаем, что с Валмери здесь всегда тяжело играть. И я думаю, что в принципе, как сложилась игра, для нас ничья сегодня хорошо. И поэтому ни в каком случае мы не будем расстраиваться. И я думаю, что еще 8 игр вроде впереди, и мы там все сами можем решить. Поэтому я очень спокойный в этом плане. Сегодня не получилось так, как мы хотели. И тоже Валмера хорошо сыграла, подготовились хорошо тактически. Поэтому тоже молодцы. И вот так. Сейчас все время Ренчику говорить. Он молодец, он это знает, но тоже надо спокойно бить. Как это на русском, на земле остаться. Если он так будет дальше работать, все получится у него. Мы все знаем, что он очень талантливый, поэтому ему нужно время и нужно каждый день вот так тренироваться, играть, как он это и делает. Если он это через какое-то большое время покажет, то потом он будет хороший футболист.